И всем снова привет, ребят, с вами канал Ставка Нет. И я бы хотел дать прогноз на серию А, 27-й тур. Сассуоло будет принимать дома у себя Верону. Быстренько пробежимся по тем игрокам, которые не сыграют. У Сассуоло не сыграет Бога, Бурабия, Чирихис и Романья. У Вероны не сыграют Коли, Калинич, Рюкт и Вейра. Да, Вейра. Турнирная таблица. По турнирной таблице мы видим то, что команды идут ноздря в ноздрю. Верона занимает 8-ю строчку и имеет 26 сыгранных туров, 38 очков. Сассуоло занимает 9-ю строчку, имеет 25 сыгранных туров, то есть игру в запасе, и 36 набранных очков. Что мы видим по статистике команд? Команды, как одна, как и вторая, играют нестабильно. Ну, если брать по 5 очек одной и второй команды, в общем, в совокупе за 10 матчей этих двух команд, они сыграли 4 раза в ничью. Сассуоло проиграл в гостях у Динеза 2-0, сыграл 3-3 с Наполи, 1-1 с Болоньей, 2-1 выиграл Кротона в гостях и проиграл дома Специи 1-2. Про Специю я уже говорил в предыдущих роликах. Вот, Верона проиграла дома Милану 0-2, выиграла Беневенто в гостях 3-0 с Ювентусом, 1-1 скатала с Дженуа 2-2 скатала, и Парму выиграла 2-1. По очкам, что мы видим? Сассуоло в гостях выиграл Верону 2-0. Сыграли у Сассуоло дома 3-3. Сассуоло в гостях выиграл 1-0. Сассуоло в гостях выиграл 1-0. И Верона в гостях выиграла 0-2. Что мы видим? Мы видим то, что обе забьют нет. В этом матче пробиваются очень редко. И я считаю то, что сегодня, то есть, такой день, когда в матче будет, ну, то есть, как бы, команды обменяются голами уже в первом тайме. Коэффициент 1.75. То, что обе забьют, да, весьма неплохой коэффициент для тех игроков, кто стоит флетом. Но, конечно, не тот, конечно, который хотелось бы. Поэтому для рисковых игроков я бы хотел предложить. Обе забьют плюс тотал 2.5 больше с коэффициентом 2.05. Сам я уже поставил на то, что Сассуоло Верона обе забьют, да, с коэффициентом 1.75. А на этом все. С вами был канал Ставка Нет. Подписываемся, ставим лайки. Всем спасибо за поддержку, всем удачи и всем фарта.